Понял, например. Все, ну 100% туда же кинет. Вон на стену. Понял, где? Угу. Это если с баттера выйти, то ее можно легко убить, если вряд ли кто-то выйдет пикать. Тут граница. Вот вторая, над окном четко. Вам с ним по-любому при входу в консульство, банк, надо играть. Границу, клуб. Консульство не знаю. Ну, 5 карт. Наверное, да. Орегон, а... на стенке делают, вторая с окна. Прямо над окном со стены. Слышите? Пока вы будете пилить тройку единицу, алло, надо контролить дверь архивов. Он опять может выбежать, и вы его не услышите. Дверь архива? Дверь архива сзади. Он ее сразу открывает, туда не подойдешь с твоим мордом. Нет. При этом, при вас праку играли, я зашел на клуб и почекал. Я просто сначала думал, что они друг напротив друга, ну, два дронхола. Потом зашел, посмотрел, что термитом пилишь, и там, ну, реально как бы крысячий угол получается. Да, ну, чтобы кто-то пропил, то он здесь сидеть не будет, естественно. Он тогда подставится под дырки вот под эти, по ногам. Тогда его смогут со стройки просто... Понимаешь, если он здесь сидит, я его и так из пропила убиваю. Ну так, а когда не пропилено, допустим... Вот, вот я говорю, это нормально будет, если типа у нас не получится пропилить, тогда его отсюда вообще легко. Да. Не, просто я тебе говорю, его задудосить можно. Когда ты пропилишь, он отойдет от джойстика, джойстик его по ногам размотает под шкаф. А когда он сидит от шкафа, допустим, он от шкафа гасится за сам плент, там уже может его шок задудосить. Единственное, ты как в итоге репелился? С какой стороны? С угла надо все-таки? Да. Вот единственная проблема, что его могут с гаража выйти убить. О! Блядь, прицеливали, как куда он положил. Потому что там дырки были такие. Ты здесь типа убил. Я на Б пробежала после. Их там четверо. Ты мог там двое сверху было, лишь на бандит. А там весь вообще потолок. Так я поставил там. В том сети решал. Один раз ты поставил, а потом что было? Поставил, больше и не ходил. Ты поставил? Прям дайте вот этот угол. И типа там чел не сгорит. Да, горит. Не, он не сгорит там, потому что... Нет, там не разве? Они просто под этот угол. Тут кайфово, если Шепард уже вот до сюда дойдет, и вы это в тайминг все сделаете, тогда он точно обосрется. Типа если Шепард даст дым и хотя бы вот до сюда дойдет. Ну да. То есть начнете чела дудосить, он, ну ты же услышишь, бак там. Я так всегда делал раньше. Просто да, бак начнет долбить, то есть выйдешь, он либо здесь будет, либо здесь вот. Нужны единички, чел. С единицы чел стоит. Так ты если себя в принципе боишь. А потом мне надо встать, или если даже сидеть не буду, он меня все равно увидит. Он просто потом, ну он начнет пикаться, допустим, Олег, этого убьет, Олег. Выйдет оттуда, типа он встанет и сразу сдохнет. Ты есть этот, что смог? Все, ты не, ну так он может потеряться, типа где именно простреливать. Он может в бетон забрать. Да, там уже не важно, куда простреливать. Главное, тогда пробежал, чем маленький пробежать. Типа, вот, смотрите назад, ну дай. Смотрите на экран на Олега. Вот самый главный промежуток, когда я посадил так. Там и смог убежать. Да. Ну я и говорю, что типа, если даже он попытается посмотреть, то я вот все равно подсветлю сюда. И тут уже там начнут суматься с чего на лапе. Видела? Ваш пик. Бордер. Клуб. Побережье десайдер, да? Десайдер, да. Первая карта убирали Жека. Что, какая карта? Банк? Бордер. Орегонок? Орегон. Да. Теперь у меня орел, давай так же. Решка. Надо было решку брать, я всегда решку делаю. А как ты первый шел? Граница. А вторая граница на атаке. Чем мы дальше башим? Правильно? Бордер и что дальше-то? Бордер, банк, Орегон и Десайдер это кто? Бордер, клуб, банк, Орегон и побережье Десайдер. А Бордер? Бордер, клуб, банк? Да. Может не стоит, она типа по умолчанию. Да, но вы уже все нас. Ну я скажу 3-0. Я не особо силен по данному счету. Посмотрим. Да, ну здесь еще и напрягает. Даже если вы один раунд отдали, лучше о следующем поговорить. Давай вот так вот делаем, и развалим. Не надо, не пальцы. Ваша игра получается. Два елочки, два терпила. Надо менять. Да, где это делать? Знаешь, человек, который сначала выпил. Стараются они в паре догнать Кузнецкую, нужно просто дефать детскую, Кузнецкий забегает, туда сюда термит, но скутер убивает Тодда, была в 3 флайерс, тут размен по Шепарду, ждет скутер под пуша с той стороны, зажимает, но не забегает флайерс, и в упор еще забегал. Просто продолжает играть на генераторе, ищет эхобота, понимает, что ему сбили дефьюз неплохо, так Коржек убивает Тодду, 2-4 ситуация, 16 секунд, Коржек убивает еще и Раша с помощью сомнешки, ну и с этим боевым дефьюзом, и Шепард забирает и его, и получается, что Империя побеждает в первом сезоне Russian Major League. Год он будет для нас очень важный, и ProLiga, соответственно, и наша цель Invitational, и я думаю, что не только на российских ланах, а на и других турнирах мы тоже будем себя чувствовать так же уверенно и еще увереннее, и с G2 мы будем бороться не только головом, скажем так, мы будем уверенно против них психологически, мы будем воспринимать их как спокойные, как соперников, вполне равных нам. Вот это все впереди. Сегодня мы играли против Райдерс в гранд-финале Russian Major League, и мне этот матч очень сильно понравился и многими моментами запомнился. Выходки Тодда на кавере, если он будет смотреть, передаю тебе привет, Лавины. Ну, в общем, матч был красивый, зрелищный, враги, соперники, оппоненты, как хочешь называй, они были тоже достойны, прошли через нижнюю сетку, очень хорошая команда, что в прошлый раз удивили на лане, что и в этот многие люди не ожидали, что они будут в гранд-финале. Мы их одолели со счетом 3-1. Все карты были достаточно близкие, кроме, наверное, последней. И вот мы победители Russian Major League первого сезона. Следующий план у нас на будущее – это, конечно же, отдохнуть перед Новым годом и после Нового года, так сказать, возобновиться, снова начать тренироваться очень сильно, потому что накануне будут квалификации, второй этап квалификации на долгожданный турнир, на который мы все хотим попасть, это Six Invitational 2019, получается, следующего года. И ProLiga, который начнется тоже в следующем году. То есть вот к ним будем особенно сильно готовиться. Ну и там между этим будем играть всякие разные турниры, лиги, там, CCS, может еще куда-то нас пригласят на другие турниры. Со стороны организаторов, да, было, конечно же, приятно. Приятно всегда получать такие поздравления, особенно после победы. Думаю, если мы проиграли, то это были бы не такие веселые и хорошие эмоции, как после победы. Конечно же, всегда приятно, когда тебе уделяют внимание.